казалось бы, такая мелочь, как помада на губах, но уже создает настроение. Сегодня нескольким девушкам во Владивостоке повезло. Бесплатный комплекс по уходу и высококлассный макияж. В их жизни полные трудности – это хороший повод на пару часов забыть о своих проблемах. Одна из них – Мария Бойко. Последние годы она практически не выходит из дома. Почему я не выхожу из дома? Потому что это сделать очень сложно. 5 ступенек, которые меня отделяют от мира, они для меня сложны. Мама у меня уже пожилого возраста, ей трудно меня спускать. Поэтому я стараюсь этим не пользоваться. Но у меня есть друзья, хорошие люди, которые мне помогают. Но, сами понимаете, у всех работа, у всех какие-то дела, у всех семья. Не всем выдается это делать быстро, как-то реагировать на твои просьбы. И я стараюсь не напрягать никого. Когда в жизни полно проблем, до макияжа, как правило, руки не доходят. Но сегодня особенную клиентку визажисты решили удивить. Я хотела бы подчеркнуть и цвет, и форму ваших глаз. Они у вас потрясающие. И в них присутствует и зеленый, и стальной, и голубой пигмент. И на самом деле с вашими глазами можно просто нереально играть. Главное не бояться экспериментировать. Сегодня моделями стали 4 гости. Сначала массаж лица и маска, которые делают лицо сияющим. А потом, собственно, сам макияж. Мероприятие это впервые, то есть мы хотим сделать женщин на колясках красивыми, яркими, солнечными. И вот сегодня мы увидели массу впечатлений, которые они получили. Они пришли, может быть, просто получить макияж, а выйдут сегодня принцессами. Пусть лишь на 2 часа, но девушка вырвется из круга задач, проблем, раздвинет границы своего мира и почувствует себя прекрасной, желанной. Чтобы дать всем женщинам-инвалидам возможность почувствовать себя красавицами, такие мероприятия будут проводить регулярно. Ой, я вообще в восторге. Я не буду умываться неделю. Можно? Анастасия Ярошенко, Павел Михайлов. Панорама.